Там кто-то рылся в вещах, и я слышал снизу шаги, и я на такое очко упал. Я слышу, как кто-то выходит со стороны гаража. Всем ассап, с вами Скамелеон, и да, я опять выгляжу как бомж, и это новый влог. Если честно, я записывал этот влог 2 дня, и часть я сейчас не вспомню, поэтому я скажу самое важное. Смотрите, у меня сейчас вот столько подписчиков. Как только мы набираем плюс 2000, я моменталочка выкладываю новый влог. Кстати, пишите ваши идеи в комментарии. Так вот, к Новому году, пожалуйста, я очень стараюсь, я делаю реально много роликов, стараюсь сделать их интересными, я не сплю ночами. Я очень хочу 100 тысяч до Нового года. Пожалуйста, очень хочу. Ну, в принципе, все. Поэтому поехали! Всем ассапы, это новый влог на моем канале. Да, мне тяжело говорить, но почему-то, когда я говорю вот так вот, я не задействую нижнюю губу, и поэтому все окей. Вот, Миша делает массаж. Ага, ты все за деньги делаешь? Ну да. Корыстный парень. А на себя, Лиза, хочешь массаж за деньги? Хочу. Ну, стоит будет 3 Hello Kitty. А! Откуда? Ну все, на этом влог заканчивается. Я нашел себе работу. У меня 6 миллионов. Круто. Держи. Это ты делаешь массаж до конца моей жизни. А у меня 500 тысяч. Договори. А у меня 6 миллионов. У меня 500 тысяч миллионов. А у меня Google миллионов. Пошел нафиг. Извините, ребят, сейчас я покажу, какой у нас теперь замечательный вид из окна и объясню вам кусочек ситуации. Ой, как мне показать вам? Короче, вот смотрите, видите эту кучу? Сейчас я объясню, что с ней стало. Это моя куча. И сейчас нам прилетает сообщение. Я не хочу его прикреплять, я расскажу вам вкратце. Нам сказали, что мы должны убрать эту кучу, потому что мусорщики, как мы думали, все-таки ее не выкинут. Типа написали, что сегодня приехать человек не может, который уберет эту всю кучу. И он сказал, можете обратно это все положить, а я уже завтра приеду и все разберу. А мы такие, Вот, в итоге мы решили найти инициативу, мы скоро пойдем. Эту кучу заложим большим полиэтиленом и бахнем камушками. Знаете, в чем самый рофл? В том, что вчера, когда мы все это выносили, я говорил Мише, а прикинь, сейчас буря настанет, и все разлетится по всему нашему городку. И тут пишет, что обещают этот ветер 8 метров в секунду. Я такой... Ну, и как говорится, и ветер такой, и снова обогнал. Короче, вот такое вот у нас утречко, сейчас будем кушать. Ребята, там какие-то мужики у нас в холле. Приехал Роман наш, как бы главный, с какими-то мужиками. Мне кажется, ребята, это новые участники. Сейчас я вам их покажу аккуратненько. А если не хотите установить, то на них гадости говоришь. Они сейчас, а я не говорю на них гадости. Это не... Это не те новые участники. Сейчас мы идем на разведку. На самом деле мне страшно. Миша, мы сейчас должны как-то секретно показать тех мужиков. Ну, давай я покажу. Я боюсь. Покажу. Я боюсь. Я покажу. Нет, я боюсь. Я тоже боюсь. Я тебе даже скажу, даже быть котов, я даже буду котов кормить. Ребят, мы сейчас как бы пойдем к нам в комнату и как бы вот так. А мы влог снимаем, хотим показать этих новых участников. Этот, вы что, этот улицу мы перегородили? Да, просто, а есть какие-то мешки, которые можно это как-то накрыть? Полиэтиленом. Да, и накрыть, и кирпичами приложить, потому что это будет по всей улице. Пойдем сделаем. Там соседи нас на вилах вынесут, а Дмитрий будет только завтра. Да, да, конечно. Дмитрий будет только завтра. Вот и новый участник. Фух, я вроде как... Тут и жопа, ребята, по ISO. Короче, я надеюсь, вы увидели новых участников. Ребятушки, вот такие вот у нас новые люди. Странные люди в доме, нам страшно. Но, на самом деле, вообще пофиг. У меня тут жарит солнечко. И я не разумею, лучше тут...
Короче, мы едем в магазин, и я еду забирать одну посылочку свою. Строма убьет, потому что они нас очень ждут. Вот, поэтому мы идем. Я сейчас заберу одну классную посылку, которую я вчера заказал, она мне пришла. Мы выкинули все самое ненужное, ну точнее все. Я там знаешь, что думаю? Там если на полу сделать покрытие такое... Вот, так, ковролин, да, зеленый какой-то? Как, зеленый было прикольно, да, как типа в комнате, где Никс. Ну вот такой вот ковролин, я бы как в Ангаре А4 сделал зелененький. Да, мы хотим сделать мини-студию Мамикса. Книги и уроки на ютубе, ссылки, где хуй мусоров, фанаты футбольных клубов нас кидают по углам. Бог себе в рот лошок, это биф. Такая для водичка. Мы скоро умрем. Вот, мы приехали в магазин, получается, это сложно. Вот Тарас офигевает с того, как мы делаем видосы. Да. Вот, а еще у него день рождения вчера было. Да. И мы сейчас, знаете, что Алён меня не поздравил. А я говорил Лизе. Давай наберем. Нет, Лиза сказала, сейчас я освобожусь и наберем. И она уснула. Или я усну. Короче, я забрал посылочку, покажу вам ее уже дома. Вот, еще мы взяли энергосов, и нас ждет Рома, который сейчас даст нам по жопам, если мы быстренько не сядем. Поэтому я отключаюсь, подключусь дома. Рома, у нас был бизнес-план. Мы можем выкупить его в хом. Кредит. Нет, ты нам будешь платить за аренду дома, и мы будем отдавать кредит на эти деньги. Ну, кредит никто не даст мне. Берешь кредит в банке на 10 миллионов долларов, покупаешь за эти деньги банк, и ты себе ничего не делаешь. А что это? Я признал, это сам. Ребят, посмотрите, как сейчас наша мусорка выглядит со стороны. Это жесть. Это жесть. Но... Как будто дом блеванул. Да, да, да. Как будто дом блеванул вещами. Мы, короче, сейчас, наверное, после дня рождения пойдем, все полиэтиленом заложим, чтобы ничего не улетело. Да. Короче, я купил Кике вот такую вот штуку вкусненькую. Сейчас мы ей дадим вкусняшку. Сейчас она будет мне в руку пытаться отыметь. Кикулик, будешь такой? Кики, тебе вкусняшку принесли. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Блин, хочу! Все. Приятного аппетита, закрывай ее. Она сегодня, ребят, сразу говорю, сразу. Она сегодня уже гуляла и гуляла где-то часа полтора у нас, по нашей комнате. Поэтому все хорошо, все супер, мы ее выпускаем. А, что ж, давайте смотреть, что мне пришло, как бы, да? Честно, жалко, что это не реклама, но это очень классные наушники. Сейчас я это, конечно, проверю. Если они будут не классные, я разочаруюсь. Вот. Сейчас будет распаковочка. О, давай. Ну что ж ты от друга не попросишь-то? Да садись тут! Куда ты встал? Да блин! Давай, открывай. Я все это хаваю. Как это открыть? О! У нас ну ты дурачок! Такой кейс. О, кейс! Открывай мега ящик. Что ж там такое? У нас идет такая штучка. Ух ты, красивая. А можешь такую штучку мне подарить? Нет. Ну, самая штучка. Ля, ну прекрасно. Они светятся? Не знаю. Посмотрите. Ну по идее должны светиться. Посмотрите, какие они сосные. Почти не слышу тебя. Да? Они уже шумодавы. А ну да, я послушаю. Нет, мои. Ну ладно, извини. Тут идет такой микрофончик съемный. И идет аудиокарта, звуковая карта. Реально? Да. Я его и взял, чтоб я мог... Не знаю, зачем. Зачем она нужна, Лео? А скажи что-то. Да, я говорю что-то. Леон, ты дурак? Не, я тебя слышу. Ну нормально. Классные наушники. Ну я не знаю, что они стоят так дорого. Ну типа 5000. Обалдеть. Все, короче, мы идем поздравлять Тараса с днем рождения. Потусим чуть-чуть, я к вам подключусь. Я купил себе новые наушники. Поехал, значит, забирать наушники. Вот. Короче, Лида учит супер... Объясняю. Только что, когда я лежала, я просто один раз сделала раз... И хера... А я не снимал это. Ну блин, короче, я получила травму, когда делала вот эту херню. Какую? Вот. Тун-тун. Сейчас ты запах. Подожди. Тун, 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 тун. Короче, вот это чудо. Я не знаю, как она так делает, она очень быстро учит танцы. Мне очень. Кстати, когда ты говоришь, что я классно танцую, да? Она танцует лучше меня. 100%. Ну лучше вас танцую я. Да. Нет. Нет. Просто мне, чтобы выучить танец, мне надо часа два реально задротить его. Ей надо 15 минут выучить полностью и станцевать красиво. Я не знаю почему так, но такая вот габела. Я вообще хотел сказать то, что...
Сейчас Лиза доснимает, и мы будем снимать для вас ютубчик, и потом мне монтировать его всю ночь. Чупапи! Вот. Ну, а я довольный. Я, кстати, ж купил себе наушники, я безумно хочу снять видео, чтобы начать его, короче, монтировать, чтобы попробовать. И мне очень интересно, как будет в этих наушниках, поэтому я завтра вам скажу, как в них. Она так танцует уже минут 20. Мы сегодня снимали Ой, кто из вас? Второй раз уже снимал. Второй раз, потому что в первый раз у нас там не получилось, были свои траблы. Я снял, все, расставил свет, все красиво. И он горел, и я сейчас смотрю, а я звук опять не записывал. Что ты думаешь? Я думаю, Габелла. Габелла, но мы переснимем. Ничего страшного, да, хорошо, что это не прям сложный видос. Вот, поэтому мы сейчас его покушаем, переснимем весело. Вот, ну может сделаем зато еще лучше. Да, сейчас покажем какую-то штучку. Вот здесь. Дай еще прыгнуть вот так. Да. Сейчас главное, чтобы никто не упал. Да-да! Мы дай как... еще здесь. Да. Ничего себе! Не хрена. Прикольно. На самом деле, первый раз, когда я не сильно расстроен. Чего? Оно плохо сняло. Ну... Есть на камере, хорошо, но можем еще раз. Давай еще раз. Опа! Носочек тянем, носочек тянем. Все так криво-жопки. Опа! Ночью была жопа. Короче, я выгружал ролик на YouTube, и Лизе стало плохо, и она вот этой вот, да, вон там вот она. И она попросила полежать с ней чуть-чуть. Это чуть-чуть переросло в минут 30. Чтобы вы понимали, она включилась из звук дождя, выключила везде свет, и я должен был сидеть и смотреть на нее. Вот, в итоге я тоже вырубился. Тут я просыпаюсь в 5 утра, знаете от чего? Короче, рассказываю вам ситуацию. Только что... Точнее, мы монтировали, и я грузил видос, и Лиза сказала, что ей плохо, и я такой, окей, я пойду с тобой полежу, пока ты не уснешь, и потом пойду монтировать. В итоге я вырубился. Какого-то хрена я сегодня весь день продуктивный, встал рано, все. И я проснулся в 5 утра, Карл. Я прихожу, у меня рендер еще не завершен, а Лиза уже спит, и я такой, бау, я убил двух зайцев сразу. И что я вам хотел сказать и забыл, короче, вот эта куча с мусором, мы ее все-таки накрыли, извините, что я вам не показал, мы просто завтыкали и ночью это делали. Там кто-то рылся в вещах, без рофла, кто-то отодвинул себе тумбочку, кровать, такой, вы че, больные, че шо? И мы все это накрыли, и я только что шел вниз ставить свет на зарядку. И я слышал снизу шаги, и я на такое очко упал. Гараж у нас-то закрытый, но я четко слышал, как кто-то идет. Может, у меня маразм, я не знаю, может, что. Но я очень испугался, потому что я только встал, иду, и я слышу, как кто-то выходит со стороны гаража. Я дал тапками наверх, типа, я сейчас наверху. Я надеюсь, я себя просто накрутил, мне очень страшно. Я вниз, не дай бог, сейчас не нахуй. Поэтому я вас люблю и, скорее всего, уже до завтра. Ролик уже почти загружен. И включился какой-то страшный трек. Это какая-то классика. Я не знаю, что это было, но оно было жутко крипово. Я просыпаюсь, я слышу эту песню, я такой... Вот, я присел на очко, но ничего страшного. Я проспал 2 часа, а ролик все еще не загружен. Так, ладно, подожду. Вот, в итоге, я думаю, я пока отнесу свет, и я слышу в гараже шаги в 5 часов утра. Казалось бы, если бы там были воры, мне было чисто теоретически наплевать, потому что я боялся за свою жизнь на минуточку. Ребята, ребята, посмотрите, я только проснулся, слушаю ролик увлекал. Какой подгон нам сделал этот человек? Подожди, знаете? А что подгон? Я же думаю, я выбираю просто место. Нет, ты... И вот это ты почему-то решил, что это тебя. Там, ну, я не знаю, куда... Ребята, это автор этой работы, чтобы вы понимали. Да. Это золотой человек. Это моя а еще на этом человеке, чтобы вы понимали, держится наш Юлавком, именно YouTube. А вот этот человек снимает, оператор-невидимка, который никогда не светится.
Сейчас я выключу камеру, расскажу Ярику кучу вещей, от которых он будет в шоке. Вот, но потом, я думаю, он... Короче, сейчас будет весело. Теперь самое интересное, это, наверное, кто сюда перешел касательно подарка Лизе. Я скажу так, я не стал выделять этому событию отдельный ролик. Мы договорились с Лизой, что мы сделаем подарок на год отношений и на Новый год одинаково. Типа, один подарок на два праздника. Поэтому я заказал ей вот это. Жалуйся. Я только что начала телепать из-за того, что меня бесит такая херня, когда я в своей комнате прибираюсь за Леоном. А тебя Ярик изменяет Леону. Не, мне это бесит. Ну типа, чашка там твоя. Там куча твоего мусора, ты пакетик от сока оставил. Твои вещи грязные, не грязные. Кот, в этой комнате находится твой подарок на Новый год. Все, я больше ничего не говорю, после синхрона лучше искать. Все. Смотри, как настроение поменялось. Все, я забрал, кстати, посылку все-таки. Да? Да. Ой, ну ладно. Все, иди, мы отснимем YouTube, будешь искать. Хорошо. А если я найду, то я могу сегодня? Можешь. Вот Саша прихорашивается. Ой, вы снимаете, ребят? Я снял это! Это просто бьюти-рутина. Саша, я только что писал Лизин синхрон на минуточку на фоне твоей картины. Да? Да. Теперь все пишем там. Все, ребят. Напишите Саше в директ картина. Вот тут его никнейм, спамьте ему картина. Буду вас лайкать. Скоро увидите. И, казалось бы, просто заказал, оплатил, все гуд. И тут мне звонят с таможенного контроля и говорят: добрый вечер, как бы. Теперь все делается через нас. И я за растаможку, за каких-то санных брокеров заплатил в районе 120-150 долларов. Это где-то там 3500-4000 гривен. Просто это бабки я отдал в никуда. И знаете что, я очень сыковал по поводу этой темы. Потому что мне ничего не говорили про мою посылку. Мне единственное, что написали, меня динамили. И написали мне за то, что, йоу, 5 дней уже посылка как бы у нас, и 6-го дня начинается оплата. Я такой: а, так вы меня динамили, пишу. В итоге я отдал за эту посылку еще 4000, хер знает за что. И эта посылка пришла, и сейчас можете увидеть реакцию Лизы. Я только что занимался адской херотой, я вам объясню сейчас. Я не хотел это показывать, чтобы YouTube это не забанил. Короче, я канцелярским ножом вырезал баночку энергетика. Как делать? Покажи. Короче, я вырезал вот это вот дно, чтобы... Что это будет? Для кисточек штучка, потому что у меня стаканчик недавно разбился. Погнали искать подарок. Да. Просьба без погромов. Да, но без погромов. Как это вам сказать? Давай. В этой комнате, правильно? Не в... Да, в этой комнате. Ну да, в мусорку. Я бы положил это в мусорку. Давай. Ой, я не знаю. Нет, я могу сказать только одно, что это находится в этой комнате. Илона, а я не мог тебе в чемодан положить? Не, в чемодан нет, я в чужие вещи не лезу. Все. Холодно. Холодно. Теплее. 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 Еще теплее, да? Еще теплее. Все, вот та вот зона. Ну вот, периметр весь. Холодно. Да как тут? Это... Знаете, самое смешное, что вы знаете, я знаю, где оно лежит. Сейчас самое забавное будет, но они должны быть по размеру. Да, будут. Это что, я новую подарю? А, понял. Ой-ой-ой-ой.
леопарды какие-то. Ё! Они? Какие они сосные, господи, боже мой. Они просто... Оно? Тебя путем к тебе дети. Да все, Адя. Подожди-ка, у тебя очень хочу померить. Господи, какие. Может, ты носки оденешь? Нет, так они. Отстань. А, ладно. Не, просто. Ай. Господи, боже мой, голос не нужен. Ты знаешь, кстати, что их очень тяжело одевать. Блин. Ты как носок. Ну да, да, в этом-то и дело. Черный носок. Куподарю, Лизя. Сейчас по лужам прыгать. Я видела в ТикТоке, что их очень долго бывает. Сейчас видно, просто дырка такая на нас. Господи, они просто охрененные. В принципе, можно чикнуть, у тебя будут такие ботяножки у меня. Капец, их тяжело одевать. Ну, конечно, на голову потную ногу. А, там эти. Они очень маленькие. Там записка. Не верю. Они по размеру как? По размеру как? Это мой обычный рост, да? Лен, все. Я... Мне кажется, вам нельзя вместе в этих ботинках выезжать. Мне теперь я буду как с вами. Лео! Она как будто твоя мама! Подожди, Миша, можешь снять, пожалуйста? Это жесть! Нет, подожди, одень второй, ты типичный. Мне, знаешь... Да, подожди. Не, я хочу, чтобы разница была. Как разница со вторым уже сразу? Да, подожди. Мне сейчас только Прады одевать, понял, то они не спасут ситуацию. Смотрите, это Лиза просто. Мама и сынок. Милфа. О, капец, ну, а ну еще раз, Лиза. Просто надо... Слушай, не так уж и сложно будет на них... Сандермен, у Лизы на... Фух, короче, сейчас мы оденем второй, я не хочу это снимать. Ты хотя бы носки себе купи сначала. Ты одевать на голову ногу. Давай, выверни, пожалуйста. Ну, знаешь, под эти штаны и под этот топ очень даже сексуально выглядит. Нет, ты выше. Я выше? Выше, да. А давай на носочки встану. Не надо, ну хотя вставай. Мне уже ничего не меняется. Ну слушай, ну оно не сильно... Нет, подожди, а дай Прады одену, ради интереса. Сегодня мы второй день были в садике, и мы дышманище. Не, ну вообще оно как бы заметно, да, типа, что как будто бы Лиза выше, но типа не прям. Мне интересно, если одену Прады. Тут ты станешь фэнди. Ничего не сильно не меняется, ну... Подождите, ну я вам так скажу, что сейчас прям нормально, ну типа небольшая разница теперь. Все, я буду только в Прадах ходить, когда... Вот Лиза чуть-чуть выше, чуть-чуть сейчас. А! Ты че меня снимаешь? Сними эти подкрадули. На камере на самом деле... Подкрадули! На камере на самом деле она так смешно выглядит. Ребята, посмотрите на эту мадмуазель Миледи. Я, кстати, ее вчера случайно назвал Миладзе. Я хотел сказать Миледи, получилось Миладзе. Слушай, давай сделаем обзор на Лизу. Это, я могу снять отдельный ролик. Ну, красотка. Короче, на этом, в принципе, можно завершать влог. Я думаю, что я выиграл. Ой, сделал удачный подарок. Она просто их давно хотела. И знаете, что самое смешное? Мне как-то раз почти девочки сказали, ты думаешь, она просто так эти ботинки в сторис закинула? Я реально просто так закинула. Она ждет их от тебя. Я такой, ну, значит, надо купить. Вот. Поэтому сейчас будет синхрончик, послушайте его, там много информации. Я вас всех очень сильно люблю. И вот этого пупса. Я тебя люблю. Спасибо еще раз. Пока. Вот такой вот, в принципе, получился влог.
Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Буду радовать вас максимально классным, интересным контентом. Сейчас постараюсь чуть-чуть менять форматы. Конечно, влоги останутся без проблем. Собираюсь убрать посиделки, оставить только лайк. Вот, и, в принципе, радовать вас контентом. Я вас всех очень люблю, поэтому подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. Мне это важно. Всем спасибо, всем пока-пока.